Муинкунском районе местные власти, похоже, плохо знают насущные проблемы своего региона. Иначе как объяснить их беспомощность в определении приоритетов? Этим вопросом задался аким Жамбылской области Аскар Мажахметов, посетив с рабочим визитом данный регион. Наш корреспондент Мадияр Терик выслушал наставление. Первым объектом посещения стал Монаральский рыбный завод. Предприятие, расположенное близ озера Балхаш, может производить 1500 тонн продукции в год. Это очищенная и переработанная балхашская рыба судак, сазан, лещ, жерех, вобла. Помимо рыбного филе, предприятие осуществляет глубокую переработку сырья. Производит рыбокостную муку, рыбный фарш. Основной проблемой же на данный момент является нехватка рыболовных участков. Затем глава региона побывал на одном из крупнейших цементных заводов страны – ТО «Жамбылская». Цементная производственная компания является первым совместным казахстанско-французским предприятием. Производственная мощность – 1 миллион 200 тысяч тонн цемента в год. Однако для увеличения производственной мощности здесь не хватает количества крытых вагонов. К примеру, если в сутки необходимо 150 вагонов, то у них сейчас только 70. Я хочу, чтобы вы понимаете, вот четко понимали, что вы все заинтересованные стороны, четко для себя самоуяснили, подписали. Как будем решать возможность повышения производства на 20%? По месяцу. Если мы будем каждый месяц какой-то количество вон, мы должны сказать, да, это количество вон. Я думаю, достаточно. Он процент. То есть только так. Посетив все социально значимые объекты, аким области традиционно встретился с активом района. В регионе множество актуальных проблем, требующих своего безотлагательного решения. Однако представители местной власти, похоже, об этом не знают. Иначе как объяснить необходимость строительства клуба в селе Кенес на сумму в 640 миллионов тенге? И строительство моста через реку Радай на сумму почти в 1 миллиард тенге. Когда в районе остро стоят вопросы питьевой воды, профилактики угроз подтопления населенных пунктов и так далее. Необходимо из бюджета выделить деньги только на самые главные проблемы. Внимательно читайте регламент, так как мы скоро будем у ответственных специалистов проводить аттестацию. Знаешь ли ты проблемы своего района или нет? Бюджет – это наша святая обязанность. Далеко не пойдем. Сами подумайте, кто вам даст 640 миллионов тенге на строительство клуба. Чтобы раз в год проводить там отчет местного акима? Красе. Недостатки выявлены. Все в обязательном порядке внесено в протокол. Теперь для решения этих проблем руководству и ответственным специалистам предоставлено время, иначе они рискуют лишиться своих рабочих мест. Мадияр Серик, Ильнур Мухтаров, 77 News, Муинкумский район.